Как известно, лягушки питаются насекомыми. Но на Среднем Востоке обитает жук, который меняет естественный ход вещей. Жужелица Эпомис. Днем этот жук прячется под листьями, но ближе к вечеру он выходит на охоту. Его цель – лягушки, его оружие – мощные жвалы. В первую очередь жужелица атакует ноги земноводного, стараясь разрушить мышцы и нервы. Скинуть его довольно трудно,